OmTV.ua про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Уважаемые коллеги, идем дальше. Продажа детей на органы. Нарушение статьи 11 Конвенции о правах ребенка. И если говорить о российских нормах закона, которые сегодня на территориях распространяются, это до 15 лет лишения свободы. Наши бойцы, освобождая Светогорск, обнаружили в детском доме коммерческие документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Один из плательщиков была компания Coca-Cola. Я знаю, что коллеги занимаются непосредственно работой в этом направлении. Уверен, что более подробно об этом скажет. Добавлю лишь одно. И эту тему я считаю крайне важной. Вот этот аспект этого преступления. Уважаемые коллеги, 7% от доходов бюджета Украины, 2 миллиарда долларов, это у нас доход от черной трансплантологии. Мы понимаем, что эта система закреплена на государственном уровне. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предлагает отнимать имущество у россиян, покинувших страну, и называет их предателями. Наша задача в том, чтобы вот эти проблемы объединить и превратить их в ресурсы. Она даже придумала благородную причину вымогательства – обеспечить жильем детей-сирот. Анна – экс-уполномоченная по правам ребенка. До 2021 года она больше опекалась украинскими детьми Донбасса, украденными с временно оккупированных украинских территорий и вывезенных в Россию. Эти дети, они были вот как заложниками. Не только дети Донбасса, дети Украины заложниками были. Почему же вице-спикер не знает элементарных законов и зачем начала вывозить украинских детей? Смотрите прямо сейчас. Анна Кузнецова – глубоко верующий человек. Она мать 7 детей и жена священника. Я имею эту позицию как-то внутри себя и оцениваю, и понимаю, что многие вещи, они именно с этой точки зрения недопустимы для меня. Недопустимо для матушки депутата Госдумы право женщины на аборт и вакцинация для детей. Другое дело – убийство украинцев. Войну в Украине она поддерживает и транслирует фейки в стиле распятого мальчика, зомби, население России. Определение нацизма, да, национализма, нацизма немножко разное, связано с тем, что люди другой нации, все крови своей, они как бы второсортные. Но здесь твои, украинцы, вот они, граждане Украины. В чем дело-то? Почему по ним палим? Почему в спину-то этим детям стреляем? Эвакуацию украинских детей с украинских территорий, куда русские пришли убивать, грабить и насиловать, матушка называет преступлением. Оказывается, украинские власти с нетерпением ждали оккупантов, ведь теперь могут продать детей за границу. Наши войска освобождают территорию одну за другую, и вот накануне, когда подходят наши, там просто вот берут целым сиротским учреждением, куда-то вывозят. Куда вывезли, что с ними? Хотя это именно Российская Федерация с начала полномасштабной войны украла и вывезла 1000 украинских детей. Вот, например, 12-летнего Сашу забрали от матери и вывезли во временно оккупированный Донецк, а маму взяли в плен. Когда меня от мамы забирали, то даже не дали попрощаться. Я спрашивал, куда меня везут. Они говорили детский дом, говорили, что меня там усыновят другие. Бабушке удалось его найти и забрать. А сколько таких историй без счастливого возвращения. Но у православной единоросски своя версия. Эти дети, они были вот как заложниками. Не только дети Донбасса, дети Украины заложниками. Россия меняет гражданство украинских детей, чтобы их побыстрее усыновили при живых родителях. Там их русифицируют, чтобы они навсегда забыли, что они украинцы. Это нарушение Конвенции ООН о предупреждении геноцида. Дети, которых вот из Мариуполя, там из подвалов, они говорили: «А вы куда нас везете? Вы нас убивать везете?» Их убедили в том, что русские их убьют. Россия зомбирует и своих детей. С началом полномасштабной войны детские учреждения стали оплотом военной пропаганды. Здравствуйте, друзья. Вдовы, которые отправили своих мужей на убой, теперь лепят их из глины. Солодча кажется лучшим местом на земле. К таким выводам пришли врачи и разработали в Рязанской области проект комплексной семейной реабилитации. Он для страны уникальный. Комплексная семейная реабилитация – это когда папу лепим руками из глины. Ни в одной другой стране мира аналогов нет. За помощью могут также обратиться жены бойцов, находящихся на линии соприкосновения, и вдовы погибших защитников Отечества. Не-не-не, ну что это за рисунок? А где котел? Где дрова? Где черти? И для них, и для их детей подготовлена программа психологической помощи. Карандаш, фломастеры, глина и краски. Вот и вся психологическая помощь. 1,5 года назад у меня муж погиб на СВО. Так как мне предложили здесь реабилитацию, я получаю здесь в основном психологическую помощь, что мне необходимо. Я вместе с детьми. Также и дети получают психологическую помощь. Психологическая помощь – это когда сзади за твоей женой пристраивается незнакомый мужик, пялится на нее и собирается вечерком пригласить ее на бокальчик вина, чтобы, так сказать, продолжить успокоительное мероприятие у себя в номере. Мы начинаем как бы жить в новых условиях. И здесь нам в этом помогают. Война – это мир. Свобода – это рабство. А овдовение – это жизнь в новых условиях. Государство, оно не отбирает у тебя работу, перспективу, карьеру и мужа. Государство, оно помогает тебе жить в новых условиях. 2 раза в день мы посещаем психологов, бассейн, соляной пещеры, спортивные мероприятия, выставки различные, концерты. Так послушай, с живым мужем прям так скучно жилось. Так скучно. А тут сразу и выставки, и мероприятия, и соляные пещеры. То есть как можно нас... В новые условия нас пытаются такими вот мероприятиями помочь нам. Государство, которое отобрало у тебя семью, мужа, карьеру, сон, нервную систему и вообще все остальное. И государство, которое пытается тебе помочь, это одно и то же государство. Чувашей, маме-освободителя, вместо сына привезли валежник. Помочь маме бойцов – дело святое. В Канашском округе власти откликнулись на просьбу пенсионерки и помогли заготовить дрова на зиму. Результат опубликовали в госпаблике администрации округа. В Канашском лесничестве выделили валежник и минувшие выходные 6 кубометров древесного топлива доставили прямо к дому сельчанки в Кучелях. 6 кубометров валежника вместо 1 кубометра сына. Выгода вполне очевидна. Я нуждалась в дрова, сейчас привезли, выгрузили. Выгрузили, в смысле, прямо так на землю побросали. Под навес мать сама на своей спине донесет. Это Россия! Это Россия! Сюда, смотри глазами! США совсем иные проблемы. Сегодня там репетиции ядерной войны с Россией. Всем американцам придут уведомления о чрезвычайной ситуации, читай термоядерном ударе. Байден в этой связи обзвонил высокопоставленных союзников и попросил оказать поддержку Украине, пока американское финансирование Украины остается, что называется, неопределенным. Поэтому президент США решил скоординировать поддержку Зеленского с союзниками и попросил не бросать Киев сразу всех.